Держаться, капрал! Защищайте позицию! Астра-1, это МКС. Хьюстон просит картинку с твоей нашлемной камеры. Прием. Они просят посмотреть на темную сторону Земли. Где-то 15 градусов к востоку от правой батареи. Вот так. Астра-1, картинка пошла. Хьюстон, что у вас? Прием. Хьюстон, МКС. Все окей, картинка четкая. Астра-1, следи за объектом. Сейчас разберемся, что это такое. Хьюстон, у нас на сегодня стартов не запланировано? Хьюстон, МКС, подождите. Похоже, у нас проблема. Хьюстон, это МКС. Что вы... Ждите здесь. Идешь наружу? Ты спятил? Все кончилось. Идем. Нас ждет наша война. Что случилось-то? Так тихо. Эй, что за черт? У меня прицел сдох. У меня тоже. Странно. Похоже, оптика накрылась. И связь тоже. Даже светофоры не горят. Ты только посмотри. Черт. Ладно, теперь мы должны объединиться с остальными. Капрал Данн на позицию. Есть. Ладно, теперь мы должны объединиться с остальными. Капрал Данн на позицию. Есть. Солдаты против.
противника! Да, я его вижу! За ширмой слева! Сейчас сюда! Слева! Прикрой меня! Здание Эйзенхауэр. Белый дом на той стороне. Ведь нам надо именно туда. Так, проверь, он жив. Мы прикроем. Он мертв. Тихо. Илья. Как насчет тех ребят внутри? А что с ними? Я прикрою. Иди. Чисто. Контакт! Вперед! Следи за движением. Вперед! Мы на месте. Принято. Отставить разговоры. Рамирес, займись. Смотрите, какая печать. Я думал, президентский бункер под западным крылом. Тут просто для туристов. А тут, похоже, настоящий. Открывай. Настоящий он или нет, но он разрушен. Надеюсь, все выбрались. Максимально в темпе! Перебросить людей на...
всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит, вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа 5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит, вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа 5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит, вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. Визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа 5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит, вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа 5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит, вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала. Если вы слышите это сообщение, значит, вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа 5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит, вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа 5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит, вы находитесь в защищенной постройке. 2 минуты до сброса. Через 2 минуты они уничтожат город. Надо попасть на крышу и остановить их. Осталось меньше 2 минут. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа 5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит, вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. 90 секунд до сброса. 90 секунд. Надо прорываться. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа 5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Сью! Сей покидает укрытие! Если вы слышите это сообщение, значит, вы находитесь в защищенной постройке. Минута до сброса. Осталась минута. Живо, живо! Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа 5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. 30 секунд до сброса. На крышу, быстро! 30 секунд! Скорее на крышу, прием! Шашки, ну! Сигнал у Виски Холдов. Прекратить! Прекратить! Мы сожжем ее до основания. Да. Всему свое время, капрал. Всему свое время. Снайперы на позициях. Отряд вперед. Увидите Макарова, стреляйте. Вас понял. Вас понял. Вперед, вперед. Слева! Слева!
часов! Да! Я его вижу! Кидаю гранату! Этому бойцу нужен... Выезжают две машины. Не дайте им уйти! Вас понял. Бью противотанковым. Осторожно. Противотанковым! Уходите с дороги! Черт, это не машина! Двое готовы. Движущаяся техника уничтожена. Внимание! Макаров не обнаружен. Повторяю, Макаров не обнаружен. Никто больше не покидал здание. Возможно, машины были приманкой. Понял. Идем к зданию. Через кухню. Вас понял. Скеркроу, доложить обстановку. Из подвала никто не выходил. В офисе чисто. Вперед, вперед! Возьмите двух лучших бойцов и попробуйте пройти через тот квартал. Исполняйте. В гостиной чисто. Вас понял. Шепард, это Гоуст. Макарова не видно, повторяю, Макарова не видно. Капитан Прайс, какие успехи в Афганистане? Достаточно. Тут не меньше 50 стрелков, а вот Макарова нет. Может, разведка подвела? Но скоро мы это исправим. Эта квартира просто золотая жила. Вас понял.
Гоуст, пусть ваша команда соберет всю информацию. Имена, контакты, явки, все. Мы как раз этим и занимаемся, сэр. Макарову некуда бежать. Я приведу дополнительные силы для эвакуации. Время прибытия 5 минут. Соберите сведения. Конец связи. Роуч, подключись к компьютеру Макарова и начинай передачу данных. Озон, ты прикрываешь сзади. Я иду первым. Вперед. Иду. Оперативная группа, это Прайс. На кладбище прибыли еще люди Макарова. Соуп, прикрой меня. Я уложу вон того парня и с помощью его рации перехвачу их разговоры. Гоуст, мы притихнем на несколько минут. Удачи вам в России. Конец связи. Роуч, в подвале склад оружия. Советую запастись, пока есть возможность. Люди Макарова сделают все возможное, чтобы не дать нам уйти с этими данными. Надо защищать ЗУ до завершения передачи. Используйте все оружие. Устанавливайте взрывчатку. Занять оборонительные позиции. Вперед! Готов к атаке. Что за чертовщина? Внимание! С юго-востока движется большая группа противника. Они прорвались в периметр. Постараюсь разобраться с ними, пока они не подобрались слишком близко. Советую воспользоваться прицелами. Отбой. Вас понял. Всем обеспечить прикрытие поля на юго-востоке. Вперед! Вижу, вот они, на поле к юго-востоку. Я на позиции. Противника! Один готов.